Сегодня день национальной валюты и профессиональный праздник всех финансистов государства. В этом году казахстанскому тенге исполнится 28 лет. 12 ноября 1993 года лидер нации издал указ о введении национальной валюты тенге. А уже через 3 дня новые банкноты появились в обороте. Это было знаковое событие в истории независимой страны. Сегодня повсеместно проходят различные мероприятия, посвященные этой дате. 15 ноября 1993 года в сложнейших экономических условиях Казахстан ввел в обращение собственную национальную валюту тенге. Это судьбоносное и дальновидное решение первого президента заложило фундамент экономической независимости нашей страны. Тогда на территории Казахстана не было даже банковской фабрики, и первые национальные деньги имели английское происхождение. Их печатали в Великобритании. Сегодня в Казахстане за 28 лет тенге претерпела немало изменений. За прошедшие годы казахстанская валюта получила заслуженное признание на международном рынке, а зарубежные эксперты по праву считают тенге одной из стабильных валют Центральной Азии. Алғашқы тенгеміздің жаңа партиясы бізде Англиядағы ең ірі. Первые тенге произвели на фабрике в Великобритании. 4 грузовых самолета Ил-76 совершили 18 перелетов в Казахстан. Причем новую валюту завезли в подземные хранилища Тараза, откуда в течение 8 дней тенге развезли по всем регионам. Стоит отметить, что название тенге происходит от средневековых тюркских серебряных монет «таньга», от которых, в свою очередь, и произошло вообще слово «деньги». Как отмечают специалисты, появление в Казахстане национальной валюты сильно продвинуло вперед экономику. На первых тенге были изображены казахстанские деятели разных времен, начиная с великого Аль-Фараби. Дизайн национальной валюты постоянно изменялся. Поначалу на банкнотах были изображения Шохана Уалиханова, Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева. В 1993 году вышла купюра в 2000 тенге. В 1998 – 5 и затем 10 тысяч тенге. С 2019 года тенге начали печатать на латинской графике. За прошедшие годы казахстанская валюта получила признание на международном рынке, а зарубежные эксперты по праву считают тенге одной из самых стабильных валют Центральной Азии. Наимбек Бакбанов, Кельбет Шамши, Халымжан Есенбаев, Жамбыл Ньюс.